Давайте с вами продиагностируем прибор ОМ-123 в полевых условиях. На камере вчера меняли кое-что по электрике, и после этого загорелся чек. Давайте проверимся, что это может быть. Находим разъем ОБД-2. Как правило, он находится в доступном месте. Найти его несложно, в данном случае вот прямо на виду. Включаем прибор. Так как он работает от шин ОБ2, то, соответственно, не требует батареек и включается автоматически. Нажимаем на Enter. Прибор считывает данные. Давайте с вами смотреть. Прочитываем код. System to LAN Bank 1. Что это? Так. P0650. И вторая ошибка. System to LAN Bank 1. P0171. Но мы их расшифруем, к сожалению, я не знаю отшифровку сейчас этих кодов. Попробуем их стереть сейчас вместе с вами. Нажимаем назад. Выбираем Erase код. Erase? Да! Давайте нахер их сотрем. Стерли. Лампочка на панели у нас погасла. Задача справились. Вечером почитаю, что это может быть. Надеюсь, что ничего страшного. Прибор работает в полевых условиях. Хаммер опять здоров. Так что покупайте, будет вам счастье.